Вот сегодня срезали. Спасибо вам за работу большое. Спасибо вам большое. Одинцовские активисты волонтерского центра «Единая Россия» подарили более 100 букетов роз персоналу станции скорой медицинской помощи в знак благодарности за самоотверженный труд во время пандемии коронавируса. Вместе с членами молодежного парламента, сторонниками партии «Единая Россия», депутатами и молодогвардейцами медиков навестила и Лариса Лазутина. Им было очень приятно, а нам приятнее вдвойне. Вы знаете, бесконечно им хочется говорить большое спасибо, потому что мы прекрасно понимаем большой фронт у них работы. И хочется им просто лишний раз сказать слова благодарности и пожелать всем здоровья. Станцию скорой помощи в Одинцове возглавляет Ирина Бережная. Она заступила на должность в марте, в разгар первой волны пандемии, и пополнила ряды медиков командой новых профессионалов. Привела в коллектив 26 сотрудников. Всего в Одинцовском городском округе на скорой работает 443 человека. Это врачи, фельдшеры, медсестры, водители. Действительно, сейчас очень большой объем работы, и работа сложная. И когда дарят такие красивые цветы, ну, сразу такой возникает подъем настроения. Сразу, как говорится, хочется работать и работать, и работать. Спасибо всем огромное за то внимание, которое уделили нам, нашим сотрудникам. После визита на станцию скорой помощи активисты также вручили цветы медперсоналу поликлиники Одинцовской областной больницы. Акция «Розы врачам», ставшая продолжением масштабного проекта «Спасибо врачам», приурочена к 19-летию партии «Единая Россия». Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».